Здравствуйте, мои необыкновенные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, что он скрывает от вас. Мужчина говорит, что на протяжении длительного времени я думаю о тебе постоянно. Я не знаю, как мне жить без тебя. Мне сложно. Я понимаю, что все, что у меня есть, оно мне не приносит никакого удовольствия, удовлетворения. Я хочу только к тебе и думаю только о тебе. Так, здесь какая-то дама к нему проявляется из прошлого с чувствами. Эта дама к нему, она готова на все, и на жезловые встречи, она готова ему дать все. Но он говорит, что мне она не интересна. Возможно, вы задавались вопросом, есть у него другая, если там какая-то... Да, пассия, личность, Господи, идет с потока, много слов, которая каким-либо образом пытается с ним. Да, есть, но он говорит, что идет предпочтение только в вашу сторону, никто другой, он говорит, мне не нужен. Ну что же, принимайте, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.